Национальная платежная система, она не помешает. Почему бы ее не сделать? Потому что, как в любой стране, она должна у нас быть. Не против национальной платежной системы. Я считаю, что лишним это не будет. Это, может быть, не знаю, как даже подстегнет и подтолкнет нашу финансовую систему какому-то, может быть, совершенствованию. Национальная платежная система, на самом деле, это очень хорошая вещь. Очень грамотный инструмент, который вообще дисциплинирует российскую экономическую систему. Собственная платежная система российская, мне кажется, с одной стороны нужна, а с другой стороны, очень бы хотелось, чтобы владельцы карт этих платежных систем совершенно спокойно могли с ними выезжать за границу, и чтобы эти карты там поддерживались, западными банками. С некой там российской карточкой, на которой у тебя лежат деньги, ты не сможешь купить в Европе даже бутерброд. Я думаю, что это решаемые вопросы. Если введут у нас чисто на территории России, это будет не актуально. Может ли наша маленькая локальная системка, рассчитанная на внутрироссийское употребление, составить какую-то конкуренцию большой системе? Или же для того, чтобы поддержать нашу национальную платежную систему, будут создаваться некие искусственные препятствия, они такое ощущение, что уже создаются западным системам, Visa, MasterCard. Мне бы этого не хотелось, потому что я всегда за честную конкуренцию. И если Россия в ней проигрывает, значит, мы в ней проигрываем. Я думаю, что решение национальной платежной системы, пусть это будет локальное решение, но оно будет помогать уходить от таких вариантов воздействия, раз. Во-вторых, расширит возможности нашей банковской системы. Сложный проект, и над ним нужно очень-очень хорошо еще поработать.